За время своей истории народы, проживающие на Крайнем Севере, сумели накопить огромный опыт добычи разных животных и птиц. Но, пожалуй, именно охота имальских ненцев – одна из самых древних, ярких и запоминающихся. Подобный промысел имеет разные направления, а его способы напрямую связаны с условиями природы и климата той местности, где проживают ненцы. Охота настолько прочно вошла в жизнь этого народа, что стала не только способом пропитания, но еще и настоящей традицией. Перед каждым охотничьим сезоном идет подготовка, которая является важным этапом осуществления подобной деятельности. Подготовительными называют своеобразные охотничьи рейды, кратковременные и носящие поисковый характер. Целью подготовки к предстоящему охотничьему сезону имальских ненцев является поиск путей миграции зверей. При этом даже составляется специальная карта, где указываются, к примеру, дороги, по которым перемещаются олени.